Булат Утимуратов возглавляет Федерацию тенниса Казахстана с 2007 года, является членом Совета директоров Международной Федерации тенниса. Развитие детского спорта и создание необходимой базы для взращивания нового поколения спортсменов являются ключевыми приоритетами деятельности президента Федерации тенниса. Были запущены программы обучения детей теннису, создана Академия «Тим Казахстан», сформированы национальные сборные. Во всех крупных городах страны открыты теннисные центры Федерации. В 2019 году Булат Утимуратов был избран на пост вице-президента Международной Федерации тенниса ITF. Годом ранее он получил награду от Международной Федерации тенниса и Азиатской Федерации тенниса за вклад в развитие тенниса в Казахстане. Сегодня теннис – один из самых популярных видов спорта в стране. Он отличается развитой инфраструктурой, массовостью и растущими результатами на международной арене. Мужская и женская сборные Казахстана по теннису входят в двадцатку сильнейших команд мира. Меценат прилагает много усилий для популяризации этого вида спорта в Казахстане. Стоимость ежемесячных занятий для ребенка на кортах Федерации сегодня равна стоимости почасовых занятий теннисом 20 лет назад. Все больше и больше казахстанцев приводят своих детей на корты. Все средства, которые зарабатывают теннисные центры Федерации, тратятся на их развитие и улучшение инфраструктуры. В 2019 году в Нур-Султане жители и гости столицы смогли насладиться игрой легенд мирового тенниса – Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Проведение матча такого уровня стало возможно благодаря теплым личным отношениям Булата Утимуратова с обоими спортсменами. Следующим мощным шагом к развитию отечественного тенниса стало проведение серии международных турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP в 2020 и 2021 году. Уровень организации турниров, несмотря на сложности, связанные с пандемией, получил высокую оценку международного теннисного сообщества. Федерация продолжит свои усилия по развитию детского тенниса. Планируется масштабный набор детей в возрасте 5-7 лет. Будут организованы обучающие курсы ITF для повышения квалификации тренеров. Строительство новых теннисных центров будет продолжено.